сильный, почти ураганный ветер и резкое потепление. Такими стали для барнаульцев конец минувшей рабочей недели и начало выходных. Осложняли погодные условия, осадки в виде дождя и мокрого снега. Дороги, особенно во дворах, развезло. Чтобы избежать подтоплений низменных участков в районах города, дорожные службы особое внимание уделили очистке ливневой канализации. Бригады выезжают, делают визуальный осмотр, то есть если находится наледь на решетке ливневой канализации, производится очистка, удаление наледи, ну и тем самым освобождаем проход воды, чтобы вода уходила с проезжей части. Из-за неблагоприятных погодных условий дорожникам пришлось работать в круглосуточном режиме, а также вывести на улицы больше бригад и техники. Процентов на 20, наверное, увеличили. То есть как бы дополнительно были выделены и тяжелая техника, и фронтальные погрузчики, самосвалы для вывоза снега. В ночь с субботы на воскресенье, а также сегодня утром, дорожники переключили внимание на противогололедную обработку пешеходных зон города, тротуаров, остановочных павильонов, лестничных сходов. Тротуары посыпают как вручную, так и с использованием спецтехники. Всего на дорогах и тротуарах работает 109 человек и 87 единиц техники. Татьяна Голубева, День с толком.